Всем привет, с вами снова Идеал Бак Фалкон. И сегодня я проведу поединок, который пройдет 17 сентября. А это третий бой между Шоуном Альваресом и Геннадием Головкиным. Первый поединок состоялся в 2017 году и завершивший ничьей вожделенным решением судей. Второй их поединок прошел в 2018 году, и это Альварес победил решением большинства судей. Тут, я думаю, шансы 70% в пользу Альвареса, и я должен победить нокаутом в 9 раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также подтвердишь, пожалуйста, поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь что-то очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем наш саваншляш. И первым на линк выходит Сауль Канело Альварес. 61 бой, 57 побед, 39 из них нокаут, 2 поражения и 2 ничьи. Возвращается Альварес на линк после поражения от Дмитрия Белова. А вот выходит и его оппонент, Геннадий ГГГ Головкин. 44 боя, 42 победы, 37 из них нокаутом, 1 поражение и 1 ничья. Нам представляют боксеров. Сейчас рефери напомнит большим правилам, и мы начнем. Первый раунд, погнали! Восьмен, Головкин сразу идет в атаку. Неплохо. Мимо. Альварес помахивается. Мимо, Восьмен. Мимо. Восьмен. Точно Головкин. Альварес отвечает. Мимо. Помахивается Канело. Восьмен. Точно Геннадий. Попадает Канело. Снова точно Альварес. Альварес пока что работает вторым номером. Восьмен. Неплохо. Керлинич. Мимо. Восьмен. Мимо. Головкин точен. Помахивается Канело. Неплохо. Снова попадает Шауль. Мимо. Восьмен. Точно Головкин. Альварес отвечает. Мимо. Попадает Геннадий. Шот.
Мимо. Попадает Канело. Головкин отвечает. Вашмен. Мимо. Точен. Шауль. Крылинч. Вашмен. Неплохо. Точен. Альвалош. Головкин отвечает. Мимо. Неплохо попадает Геннадий. Неплохо. Первый он же Вашон, и он за Геннадием. 10-9, Головкин впереди. Some chances now. You have to take a chance with this guy, all right? You got that? You have to take a risk. I want you to bang the head and the body, all right? Upstairs. И у нас второй раунд. Here we go. Round two is underway. Мимо. Встречает Геннадий своего визави. Неплохо, Крылинч. Вашмен. Мимо. Попадает Альвалош. Мимо. Мимо. Точен Канело. Опять кот. Вашмен. Неплохо. Снова Вашмен. Попадает Канело. Неплохо. Мимо. Точен Альвалош. Мимо. Альвалош снова попадает. Головкин отвечает. Вашмен. Мимо. Альвареш бьет по колбушу. Точно, Геннадий. Альвареш тут же отвечает. Неплохо. Точно Геннадий. Мимо. Попадает Альвалош. Головкин точен. Неплохо. Мимо. Крылинч. Вашмен. Точно, Геннадий. Альвалош отвечает. Неплохо. Крылинч. Вашмен. Снова обменяюсь большими ударами. Апперкот. Вашмен. Мимо. Крылинч. Точен Канело. Вашмен. И второй раунд также Головкин забивает свою копилку. 20-18, Геннадий впереди. Teddy, you know, you really got to admire how accurate he is. I mean, he makes the most of what he throws. Yeah, he makes it count. This is a guy who doesn't want to waste anything. Listen to me. The best defense is to throw punches. You need to throw more punches.
Stop. Don't waste energy, but I want you to keep those hands moving. И у нас третий раунд. Точно головкин. Восьмен. Мимо. Попадает Геннадий. Алвалес помахивает. Неплохо. Точно снова Канело. И пока что прессинг Головкина делает свои дела. Кэдлинч. Точно был сейчас Шаур. Мимо. Ну и Алвалес помахивает. Апперкот. Неплохо. Мимо. Попадает Алвалес и подошел Головкин. Вот это да. Идет Алвалес в атаку. Тяжко приходится Геннадию. Неплохо. Восьмен. Кэрлинич. Точно снова Алвалес. Неплохо. Снова точно Канело. Апперкот. Точно Геннадий. Мимо. Попадает снова Алвалес. Неплохо. Мимо. Попадает снова Канело. Мимо. Восьмен. Мимо. Точно Алвалес. Головкин отвечает. Неплохо. Точно Алвалес. Снова точен Шаур. Мимо. Восьмен. Мимо. Точно Головкин. Алвалес отвечает. Мимо. И третий раунд же Алвалес. 29-28, Головкин впереди. А у нас же счет вовсе 30-27 в пользу Алвалес. И у нас четвертый раунд. Восьмен. Мимо. Точен Шаур. Восьмен. Попадает Геннадий. Алвалес помахивает. Неплохо. Кэрлинич. Мимо. Точно Головкин, Алвалес отвечает. Восьмен. Апперкот. Мимо. Помахивается Канело, но и Геннадий будет в никуда. Неплохо. Мимо. Попадает Головкин, Алвалес отвечает. Неплохо. Восьмен. Оба помахиваются.
Is who's the more well-rounded fighter offensively? Who can do it all? Мимо. Well, you look for that in any sport. Точно. Арвалос. Восьмен. Мимо. But they control the short patterns. They control the out, the in patterns. Same thing with a fighter. Снова восьмен. Halfway through round number four. Попадает Канело. Головкин помахивается. Неплохо. Мимо. Выжидает Альвалос. Неплохо. Мимо. Точно. Шаур. Попадает по клопушу Альвалос. Мимо. Головкин отвечает. Неплохо попадает сейчас и Альвалос. Снова точим. Шаур. Восьмен. Точим. Канело. Мимо. Восьмен. Мимо. Точно, Геннадий. Восьмен. И четвертый раунд Альвалос забивает свою копилку. Все же с равным 38-38. Of being well conditioned and working your way up to this one singular moment. Yeah, well, the trainer obviously has to get the athlete. In this case, athlete happens to be over 1,000 pounds, and that's a horse. You know, at peak condition, he has to look at a calendar just like a trainer does with a fighter. Know when the race is, know when the fight is, and not. И у нас пятый раунд. Мимо. Точно, Альвалос. Восьмен. Неплохо. Сразу начинает отрываться больше в рубке. Попадает Альвалос и поражен Головкин. Идет Шоу на добивание. Головкин тело пьет. Мимо. Продолжает Альвалос прижинговать его вежеви. Головкин помахивается, Альвалос попадает и поражен снова Геннадий. И у нас первый нокдаун в этом поединке. Смотрим, как это было. Головкин встает, и бой продолжается. Альвалос продолжает прессинговать. Мимо. Геннадий пытается наваншиваться, Альвалос встречает. Мимо. Oh no, actually I would say a little counterpunching would be just what the doctor ordered. That's a better prescription for him. Помахивается Головкин. Альвалос точен. Мимо. Именно как устал Геннадий. Unload, more punches. Мимо. Восьмен. Точно, Альвалос. Мимо. Well,
Вдарит Головкин, але Валаш выжидає. Мимо. Неплохо. Тоже его, але Валаш. Мимо. Керлинч. Мимо. Попадает Канело. Мимо. Попадает Геннадий, а Лавара же слишком много помахивает. Неплохо. Вашумен. Мимо. Точен Канело. Керлинч. И пятый раунд с Джареном Валашем. 48, 46. Канело впереди. A lot of times it's the tendency to just remember the punch that put him there. He dressed him up. He set that punch up. Don't think about just the punch that landed. Think about the setup punches. И у нас шестой раунд. Мимо. Вашмен. Керлинч. Неплохо. Попадает Канело. Вашмен. Мимо. Точно, Арло Валаш. Мимо. Головкин попадает. Керлинч. Точно, Арло Валаш. Снова попадает Канело. Попадает Арло Валаш, потом Головкин. И у нас нокдаун номер 2. Смотрим, как это было. Полное доминирование Арло Валаша на данный момент. Геннадий поднимается, и бой продолжается. Точно, Арло Валаш. Снова попадает Шауль. Поддавливает он своего оппонента. Мимо. Неплохо. Помахивается Геннадий. Мимо. Вашмен. Мимо. Головкин встречает. Точно, Арло Валаш. Мимо. Вашмен. Пытается Головкин отшедевнуться. Неплохо. Мимо. Точно, Арло Валаш. Неплохо. Вашмен. Неплохо попадает его Шауль. Попадает Арло Валаш и потащен Головкин. И у нас нокдаун номер 3. Смотрим, как это было. Boy, it went down quick.
Тяжко Геннадию. И все, бой окончен. Победу нокаутом в шестом раунде одерживает Шауль Канело Альварес. У всех шури счет был 50 шоу выстрелив позже Альвареса. Что же, давайте обратимся к статистике. Альварес получил 230 ударов из 427 выпущенных, голов же 196 из 452. У Альвареса 62 из 48 в голову и 168 из 289 в корпус. У Ревзи 71 из 195 в голову и 125 из 257 в корпус по раундам. Первый шовок 42, второй шовок 45, третий шовок 35, четвертый шовок 2-37, пятый 37-17 плюс нокдаун и шестой 31-20. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пойдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь что-то очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.